Виктор Михайлович, какие первые впечатления у вас о нашем городе? Смотрели уже? Ну, пока знакомимся, ищем, прокладываем маршрут для того, чтобы ездить от гостиницы к стадиону, знакомимся с командой, с персоналом. Пока только, конечно, самое положительное. Как долго проходили переговоры, почему все-таки решили возглавить нашу команду? Ну, думаю, что это большого значения не имеет, потому что раз мы здесь, тогда, значит, переговоры прошли успешно, там остальные какие-то моменты абсолютно не важны. Какие у вас первые впечатления о команде, об игроках, как они подошли? Все ребята молодцы, потому что с большим желанием тренируются, несмотря на то, что тяжело. Все пытаются проявить себя с лучшей стороны, преодолеть себя в какой-то степени, поэтому только хорошие отзывы пока. По чемпионату, когда вы еще работали в тренерском штабе ЦСКА, что можете сказать, когда встречались в нашей команде, что можете сказать об игре, то есть видели ее со стороны? Ну, вот это во многом, конечно, внутренняя кухня, потому что, конечно, кое-какие выводы сделаны, каким образом атаковать, обороняться, что надо сделать, чтобы в целом организацию команды улучшить. Но это, конечно, не для широкой публики, скажем так. Какие, может быть, изменения уже ожидаются, в каких линиях надо усиливать команду? Ну, конечно, мы понимаем о том, что нам нужны качественные игроки, мы для этого все делаем возможное. Мы говорим о том, что, наверное, в каждую линию нужен как минимум по одному игроку, поэтому это, наверное, защитник, полузащитник, нападающий. Делаем все возможное, чтобы в этом направлении у нас наша селекционная работа успешно произошла. Поэтому посмотрим, может быть, в ближайшее время что-то у нас уже получится и будут появляться новые игроки. Во втором, может быть, сборе уже будете просматривать. Ну, есть какие-то наработки на карандаши уже, может быть, какие-то у вас? Да, конечно. Чем быстрее придут игроки, тем, конечно, для нас это лучше. Вчера был первый день тренировок. Команда уже и победовала с мячом, и победовала просто так. Большой объем работы предстоит. Да, конечно. И уже игроки понимают о том, что в таком режиме им предстоит работать достаточно длительное время. То есть, и опять же, то видно, что тяжело, но уровень старания, то есть он достаточно на хорошем уровне находится. У нас нет времени на раскачку, поэтому мы сразу начинаем. То есть летняя эта подготовка, она чуть больше месяца, поэтому сразу начинаем. Что ждет команду в следующем сборе? Какие там будут уже какие-то целенаправленные упражнения? Да, конечно. Более там больше моментов у нас тактически будет, где мы будем атаковать, обороняться. Конечно, мы будем то же самое работать над физической формой, но уже в целом, да, более уже будем понимать, каким образом нам действовать. Как в атаке, в обороне, в переходах. Стандартное положение. Как будет проходить предсезонная подготовка, в смысле того, где будет заниматься команда, в каком месте? Ну, вы же знаете, мы до конца этого месяца работаем в Уфесе, затем мы переезжаем в Раменское, там будем неделю находиться, и после Раменска уже едем на 2 недели. Это зависит от того, какой день нам поставят стартовый тур. 2 недели наверняка будем в Австрии. Соперники по сборам, по товарищеским матчам? Уточняются еще. Ну, наверное, вопрос такой, как будет строиться игра команды от обороны, от атаки, комбинированной какой-то. Но это во многом будет зависеть от того, какие игроки придут. Соответственно, нам надо будет подстроиться под игроков, и от этого уже будем выстраивать нашу командную игру.